Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Эта строчка из песни как нельзя лучше описывает транспортную картину в жилом комплексе «Пригород Лесное». Машины здесь припаркованы буквально везде. Встречаются даже посреди проезжей части и на тротуарах. Это создает трудности и для пешеходов, и для автобусов с маршрутками. Чтобы избежать дорожного коллапса, сюда выехала рабочая группа под руководством заместителя главы администрации Ленинского района Сергея Гаврилова. Были также предложения самого перевозчика по проверить, вот, скажем так, нарушение правил парковки на данном микрорайоне, территории данного микрорайона. Вот, в связи с тем, что в часы пик особенно затрудняется здесь движение. Но вот сегодня действительно факты такие подтвердились. То есть вот в районе остановочных павильонов парковка происходит несанкционированная. Вот, плюс по силовым линиям, вот мы с вами видим, да, также автомобили припаркованы. Конечно, машину в карман не положишь. Какие же есть варианты у местных автовладельцев? Прежде всего, для их удобства созданы несколько стоянок. Альтернативные парковочные места, бесплатная парковка находится вот в этой зоне на 300 автомобилей. И две платные парковки здесь на 250 автомобилей и здесь на 300 автомобилей. И на сегодняшний момент порядка 250 из них свободны. Пусть это и не прямо у подъезда, но тогда за свою ласточку можно не переживать. А вот для тех, кто бросает машины где попало, предусмотрена крайняя мера – принудительная эвакуация. Эвакуация осуществляется по всем правилам. Прежде всего, фотофиксируется сам факт правонарушения, после чего машина опечатывается и она погружается на эвакуатор. Дальше машину отвозят на штрафстоянку, а ее владельцу предстоит потратить немало времени и раскошелиться. Штраф составляет от 1,5 до 5 тысяч рублей плюс оплата за хранение. Должен будет прибыть, предоставить весь пакет документов, который необходим для выдачи и подтверждения, что транспортное средство находится в его ведении, либо в его собственности. Значит, после этого выдается разрешение на получение автомобиля со спецстоянкой и выносится постановление о назначении административного штрафа. Впрочем, эвакуация все же кардинальное решение. По мнению участников рабочей группы, некоторых дорожных проблем можно легко избежать. В частности, актуального в зимнее время замкнутого круга, когда припаркованные машины мешают проезду снегоуборочной техники. Нужно взаимодействовать. Жители должны добросовестно относиться все-таки к своим обязанностям. Да, именно не создавать сложности и условия для служб, которые убирают. И службам своевременно реагировать на обращения, звонки граждан в случае, если какие-то места они просто там просмотрели, либо своевременно не убрали. Далее рабочая группа побывала в микрорайоне Новомолоково, где зафиксировала такие же дорожные проблемы, как и по первому адресу. А по результатам поездки будут предложены решения по модернизации транспортной ситуации в Молоковском сельском поселении. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.